Всем добрый вечер, клуб Александр Невский. С Александром покажем следующую вещь. То есть, в принципе, я стремлюсь забрать двумя руками от ворот и отсюда вкрутиться. И пытаюсь как бы руку загрузить, чтобы сделать движение. Да? Но партнер знает, что я буду это делать. И, соответственно, левой рукой он будет подбивать мою руку, не будет давать. И поэтому мы делаем следующую вещь. То есть я тяну и вот сюда. Вот, тяну, а он не пускает. Сделал раз, два. А на следующий раз я делаю то же самое. Он меня поднимает руку, только я уже не тянусь рукой, а я как бы задержал руку. И рука садится снизу, вот отсюда. И она забирает то, что мне надо. Захват. Я забираю его отсюда. И отсюда роняю. Он знает, что я буду забирать сюда захват, его руку поджирать. Вот он поднимает ее, да. Поэтому я раз не получилось, два не получилось, три. Как только я прошел, его сжираю к себе и подворачиваюсь, роняю. Вот такое движение, оно как бы немножко обманное. То есть я к одному и тому же захвату прихожу через обман. Показываю сверху, прихожу снизу. Все как обычно. Лево, право, вверх, вниз. Спасибо. Удачи.